Молодой человек, возможно, вас не все еще знают. Представьтесь, пожалуйста. Виктор Бабурин, заместитель директора по развитию ЗАО «Струнные технологии». Спасибо большое. Скажите для тех, кто впервые, так сказать, присоединился к нам, где мы находимся и что мы здесь делаем? Мы находимся на демонстрационном участке технологии SkyWay под названием «Экотехнопарк» в городе Марьиногорка. Сегодня произошел, скажем так, первый демонстрационный, даже можно сказать, тестовый запуск юнибайка, легкой подвижной системы. Мы продемонстрировали путевую структуру, продемонстрировали подвижной состав, систему управления. Ну, мы должны понимать, что сейчас это, скажем так, первый запуск, такой сырой пре-альфа тестовый запуск, но мы показали систему, которая работает и у которой большое будущее. Это оценили в том числе наши высокие гости из Австралии, из Филиппин, из Израиля. Ну и вы как заместитель директора по развитию, насколько это развитие стало более ощутимым после сегодняшнего мероприятия? Поделитесь, пожалуйста, с нашими партнерами. Ну, мы поймем это по ходу движения, скажем так, дальнейшего. Но самый главный аргумент, с которым я всегда сталкивался на переговорах, это то, что, ребята, технология нам нравится, но покажите, где это можно потрогать в железе, в металле, и едет ли это правда по этой путевой структуре. Этот вопрос, в принципе, снят. Едет. Как бы, ну, у нас, скажем так, не было по этому поводу вопросов. Были вопросы просто людей, которые интересовались технологией. Спасибо большое. Я не сомневаюсь, что весь наш проект после этого тоже поедет намного быстрее. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Всего доброго.